Ну что ж, с вами Олегыч, это канал Best Video Games. Мы играем в Diablo 3, новый Тристрам. У нас тут сейчас задание, нужно эти светочи поставить на пьедестал, который мы в прошлом видео нашли. Ну что ж, склеп древних. Так, а нам... Что за склеп древних-то? Пожалуйста, забери меня отсюда. А, это я оттуда, наверное... Эти селяне у меня уже вот где сидят. Да что ты говоришь? Так, и нам... Затопленный храм, вот куда нам надо. Нам еще есть что тут сопать, я вам скажу. Тут после затопленного храма... Еще вот тут есть дорожка. Вот сюда пойдет. Оп-оп-оп-оп-оп. Да-да. Так, ну что ж. Погнали. Ага, вижу, куда поставить. Один есть. И второй. Вот дорожка и открылась. Что, чувак? Храм открыт. Войди в него и сразись со стражами. Они мои братья, но все равно попытаются убить тебя. Порвем их на немецкий хрест. Я не могу судить их за то, что они... Я не могу судить их. О! Отбросим их, братья! Всем жопа! Пока. А чё-то ничего там с неё не выпало? Ух ты, бля! Нахер! Так, этот хорошо хоть не взорвался. Так, это что мне тут дает? Замерзшая земля. Этот исчез, малыш. По силе ты можешь сравниться с нашими величайшими воинами. И ты еще сомневаешься в своем происхождении. Ух ты. Ты можешь войти в нашу святая святых. 65. Дух говорит правду. Это место было прибежищем света. Я это чувствую. 58, 435, а это? Мне это пригодится. Конечно, этот топорик будет похлеще. Так. Чё там он поговорить не хочет о грехах? Значит, до того, как стать храмовником, ты был преступником. И в чем заключались твои преступления? Я не могу тебе об этом рассказать. Хорошо, я не буду настаивать. Ты не понимаешь. Мы ничего не помним о прошлом. Инквизиторы отпустили мои грехи и стерли память о них. Моя душа очистилась. Понятно. Камень мироздания был изменен. Наши дети рождаются слабыми, а век их недолог. Предводитель. Герой упорно идет навстречу своей смерти. А ты-то думала, бабочка, бля. А это кто еще с тобой? Дочь Адрии? В ней сокрыта сила. А то. Неважно. Скоро твоя мать разделит твою судьбу, крошка. Обломок меча мой. Пусть воды этого храма окрасятся их кровью. Все. Осколок мой. Что она имела в виду, говоря, что мать разделит мою судьбу?
Неужели мама все еще жива? Время покажет. А какой силе в тебе она говорила? Слишком легко мы победили ее приспешников. Магда играет с нами. Нам надо срочно вернуться к дяде Дикарду. Да, что-то... Такой маленький кусочек тут всего было, задание. Ну что ж, возвращаемся в новый Тристрам. Когда-то мне нравилось путешествовать по всему свету. Я странствую всю свою жизнь. Я видел, как меняется мир. Да. Так. Теперь все иначе. Не бойся, Лия. С нашей помощью в эти земли снова придет мир. Все хотят поболтать. Ты проводишь немало времени, гоняясь за женщиной. Не понял. Ты проводишь немало времени, гоняясь за женщинами. Жизнь так коротка. Я предпочитаю тратить свое время на погоню за чем-то стоящим. Не похоже, чтобы ты ценил женщин, за которыми бегаешь. Только одна девушка стоила того, чтобы с ней остаться. Но она ускользнула от меня. Угу. И как ты все испортил? Знаешь... Давай лучше поговорим о тех, что не смогли передо мной устоять, но были мне не нужны. Интересный был разговор. Так, а ты что там нам расскажешь? Ты говорил о Колдее. Ты жил там со своим отцом? Да. Он был дипломатом. В Колдее у нас был особняк с террасами, слугами и прочей роскошью. Но когда в Тристрам пришла беда, все изменилось. Внезапно пошли слухи о том, что в безумии короля был виноват мой дед. Дела у отца пошли из рук вон плохо. С ним никто не хотел даже разговаривать. Но он верил, что все пройдет. Мир жесток. Или для твоего отца все закончилось хорошо? Нет. Мне бы не хотелось об этом говорить, если ты не против. Работа не в проворот. Так, неразговорчивый ты наш. Так, по ремеслу, что у нас тут? Так. Дубина, одноручная. Двуручная вообще какое-то непонятное. Да, говна здесь хватает. Комплект нагрудный доспех. Стальное сердце Борна. Но его нету смысла делать. Она, кстати, открылась, потому что мой друг играет варваром, и он нашел вот эту вот хернюшку. У него броня меньше, во-первых, потому что уровень ниже. Требует уровень 21, чьи-то засрань. Постоянно делать эти вещи, это вообще, блядь, дорогое удовольствие, как по мне. Дикаркаин тут. Щит 360-431. Нихера нормального нету. Я провела детство, путешествуя с дядей Дикардом в поисках забытых знаний и артефактов. Это было так здорово. Исследовать древние храмы и раскапывать затерянные гробницы. Мне повезло, что дядя Дикард взялся за мое воспитание. Я так много узнала от него. Но теперь я в растерянности. Я вижу, к чему эта одержимость привела его. Привела всех нас. Угу. Вот второй обломок меча. Теперь Магда ищет третий. Я помню, как сияние устремилось... рыбацкой деревушке. Это должно быть Вортем. Ты права, Лия. Это Вортем. Туда из Тристрама ходит паром.
поговорить с паромщиком. Расскажи мне об этих сектантах. Я ничего не помню о них, но чувствую в них какую-то тьму, с которой я уже сталкивался раньше. Раньше? За этой сектой может стоять большее зло. Быть может, я хотел уничтожить его. Тебе понадобится твой меч. Это точно. Так, ну-ка я тебе запчасти тут оставлю. Так, куда нас тут направляют уже? Я тут раз... Мои товары не имеют себе равных. 115. Я привез со всех уголков мира. Говно собачье. Шкары тоже говняные. А другие даже смотреть. О, покрасочка. А что мне бы покрасить? Даже как бы я тут нихера не вижу. У меня шлем. Жена. А ну, я подожди. Отлично вижу, как ты раздеваешь нашего героя своими бесстыжими глазами. Я вот не знаю, вот что там. Было бы у тебя оружие, как у него, так смотрела бы на тебя. Краска. Так. Что там на плечнике? Ну как ее менять? Так, короче, синие и что, и капцы, да, мне тоже надо бы. Сейчас посмотрим, блядь, как это там меняет. Что значит не подходит? А как по-другому? А, вот оно как. Чух. Ну там не сильно. А пофиг, сойдет. Такой вот. Паренек. Я вот думаю. Мозг не надорви. Я вот думаю, мозг не надорви. Что будет, если нас? У меня никто здесь не ценит усилия, которые я трачу, чтобы добыть эти прекрасные товары. А ведь это нелегко, поверь мне на слово. Это что нелегко, если у тебя дерьма целая куча, блядь. Это вообще не обсуждается. Так, а чё здесь за дорога, которую... А, это... Этой дороги я уже ходил. Лощина стенания или что там было. Так, это все понятно. Я вижу огни вдалеке. Вортем горит. Заставлять невинных страдать в чужой битве. Это просто чудовищно. Вау, какая важная информация. А ну, мальчика, а там можно что-то... Требуемый 70-й, 60-й и 70-й уровень. Фу, два из двух, а что, у меня больше нихера нету? Вот когда будет 70 уровень, тогда и будем за это думать. Ёптель, это столько камней. Ну надо поделать, надо. Пока недорого можно делать. Так, безупречный квадратный, ну-ну. Так, тут все, да? Ой-ой-ой, тут у нас до хера есть. Ну чё, сейчас быстренько все тут начепукаем.
3 сейчас чую квадратный, мы еще сделаем. Так, есть этот сколько? 200 тысяч. Мне казалось, искатели приключений. Пошли в жопу. Искать приключения? Да, я согласен. Только надо сначала камни поделать. Изготавливаем камушки. Да ты смотри, а? Блять, сколько вас тут? Тут будет 4 чуйка у меня. Быстрее бы эта строка шла. Был бы толк. Он там что-то руками машет, этот хрен. Что там типа показывает, рассказывает. Так, здесь тысяч. О, уже все. Это точно. Да ёпш твою мать. Да ё. О, 5000 уже. Фу, ну что ж, все, там еще 2 камня высокого уровня, но это бабла немерено надо. Так, возвращаемся быстренько. Сундук все позакидываем, то, что мы тут намикшировали. Портал так яро открыт. Помню, как-то я открывал портал, думал вернуться, то хрен лысый, он не остался открытым. А этот все-таки таки остался открытым. Так, это что у нас? Какой-то треугольничек. Хрен поймешь. Так, меняем местами. Все. Фух. Наменяли этих камней. Я тут разжился новыми товарами. Да что ты рассказываешь новыми товарами? Я видел твои новые товары, говняные. Так, что тут паромщик нам расскажет? Вортом, пожалуйста. Поплыли. Но там творится что-то неладное. Вся деревня окутана дымом. Разберемся. Окутана, не окутана. Ух, ворта. Уничтожат город. Спасайтесь, пока можете. Во имя всего святого. Город пылает. Сегодня один местный житель вытащил из сетей странный артефакт. Он похож на рукоять старинного меча, но, подозреваю, не самого обычного. Рыбаки пытались переубедить меня, но я настоял, чтобы артефакт отнесли на хранение в часовню. Святое место как нельзя лучше подходит для подобной чудесной реликвии. О, этот появился. Маньяк. Может, урон он сильно большой не наносит, но все равно приятно. Ого. А
Так, я тут пропустил этих чуваков мертвых, а? Тристрам, пожалуйста. Нет! Ну, в Тристрам. Нет! Вортом, пожалуйста. Поплыли. Блять, я думал с ним поболтать, я не обратил внимания, что он мне обратно в этот Тристрам хочет загнать. Так, дорога тут туда. Моя семья прячется в часовне вместе со всеми остальными. Не боясь. Поможем. Стой! Они же убьют тебя! Славится кора! Зубцы! Меч все равно будет моим! Плохи дела. Мои слуги сожгут этот город дотла. Офигевшие, а? Вот она уехала. Ой, в сторону. Что за шум? Ну, чувачки, расслабили булочки. Крепкие ребята. На тебе жизнью. Да, я такой. Так, надо глянуть, что я там взял. Ага. Ого, 147. И с дырочкой. 2000, а было 1700. Ну, конечно, лучше. Душечка. Еще бы сюда что-то впаять, я думаю. Камень какой-нибудь хороший. Так, а что тут с этими говняна, да? Так, уровень поднялся. Что тут у нас появилось? Так, священный молот бесконечный. Когда молот ударяет противника, сверху в течение столкновения появившийся один еще молот. Нет, спасибо. Не нужен мне еще один молот. Стена щитов. Призрачные соратники спасибо, совершают рывок к цели, нанося попавшим им на пути противника урон в конце пути. Вот они носят удары щитами Арон, которые называют нашего оружия. Давайте посмотрим, что это за херы. Так, и тут что-то новое. Время восстановления умения скакун сокращается на 25, а бомбардировка на 35. Урон умением фаланга увеличивается на 20. Спасибо. Ага, одноручная. У меня что, одноручная, блядь. Так, все. А это? Я ищу рукоять меча. Она упала с небес. Ты ее не видел? Мы нашли ее несколько дней назад. Зря мы ее сюда принесли. Мы будем рады избавиться от этой штуки. Идем. Я оставил Виргила охранять ее. Я вернусь в Тристрам проведать дядю Декарда.
Так, что это мне дали? Вручная 114. Неплохая херня, но был бы урон у нее побольше. Было бы очень неплохо. Так, хорошо. Знаете, что я думаю? Я думаю, что надо здесь телепортнуться и какой-то хороший камень всунуть в этот меч. Чё уже, блин? Чтоб урон был какой-то лошадиный, блядь. 62 к силе. Оружие 160 к урону. Вот. Так, оружие к урону всем особым противникам. Особым противникам. 110 к критическому урону. За каждый удар. За каждый удар. Ух ты, блядь. 3000 здоровья при ударе. Три 879, ёшкин дрын. Да, это жирно, блядь, я вам скажу. Сейчас будем сносить все в Петрухан. Так, ага, он нам в этот подвал, да, показывает. Часовня. Ее здесь нет. Пока ты там геройствовал, я забрала все три обломка и твоих друзей. Я должен был догадаться. Надо вернуться в дом Декарда. Вот сволочь. Так, а тут нихера, да? Конечно, возвращаемся в Тристрам. Уродка, блин. Так, куда нам тут? Игра сохранена. А вот этот дом Декарда Каина. Выбирай, Декард. Либо ты восстановишь меч с помощью своей харадримской силы, либо твоя ненаглядная Лия умрет в муках. Ты принесла столько боли и разрушений. Этот меч для тебя так важен. Для меня? Нет. Он нужен моему господину, Белиалу. Дядя! Какая удивительная сила. В этот раз победа за тобой. Но раз уж я не могу забрать меч, то заберу его хозяина. Клинок будет моим. Вот уродка. Не умирай. Тут уже ничего не поделаешь. Но я должен еще кое-что успеть. Нужно восстановить меч. Я так и думал. Этот меч послан нам с небес. А незнакомец, ангел, прочитайте дневник. Там вся истина. Дядя Декард! Вот такая вот херня случилась. Все из-за этой козы со стрекозами. То
Кто учил тебя сражаться? Братишка научил меня кое-чему, когда мы были молоды. Он решил, что арбалет подходит мне больше всего, потому что с ним у меня будет время сбежать, если дела пойдут совсем плохо. Ну, то есть он был весьма высокого мнения о твоих способностях. Он просто обо мне беспокоился. Вряд ли тебе известно, что такое забота о брате. И где же этот брат, который так о тебе заботился? Остался в Кингспорте. Думаю, он задержится там надолго. Понятненько. Так. Если бы только я могла управлять этой силой, я могла бы его спасти. Сочувствую, Лия. Тяжело видеть смерть близкого человека. Магда заплатит за это. Магда и ее хозяин Белиал. В дневнике говорится про ангела, упавшего с небес в час, когда тьма поднимется из бездны. Незнакомец. Ключ ко всей этой загадке. Мы должны принести ему меч. И тогда он сможет сражаться на нашей стороне. Когда моя сила внезапно пробудилась, я прочитала мысли Магды и узнала, что она собирается на Высокогорье. Путь туда лежит через пещеры за Вортомом. Но знай, ты не застанешь ее врасплох. Она будет ждать тебя. Ее ожидание будет недолгим. Так, ну пускай она ждет. Я не против. Так, сколько у нас этих... Сколько тут слез? 70 слез. Угу, 70 слез, да? Я просто думаю, что делать-то. Продаю пока, наверное, все, потому что вот, бабла... я работал, не покладая рук, чтобы раздобыть для тебя эти товары. Да что ты рассказываешь? Одноручное оружие. Вот нахера оно мне? Нахерище. Плечи. Но я не хочу жертвовать уроном. Так, сюда. Эти штучки. Жалко, что с легендарных вещей, вот когда делаешь эти огоньки, жалко их находить нельзя. Моя проклятая сила. Дядя Декарт говорил, что я унаследовала ее от матери. Он пытался научить меня контролировать ее с помощью специальных знаний хородримов, но ничего из того, что он умел, мне не помогло. Но он не сдавался. Великий человек. Так, ну что ж, беседа, конечно, увлекает, но надо нагибать. Ух, теперь с этим уроном, блядь, и огненным моим копьем я буду сейчас нагибать эти толпы, блядь, нечисти. Раком. Ух, все разлетелось. Ну что ж, тут у нас... Ни хера с него не выпало. Эти стоят как истуканы, общаться не хотят. Так, а тут что у нас? Теперь это дело чести. Так, сейчас тут... Ничто не должно сбить нас с верного пути. Куча трупов и ни хера нету. Ну что это такое? Голодранцы какие-то одни лежат. А, это что за? Паучата могут показаться безобидными, но само их присутствие должно насторожить путника, ибо мелких паучат всегда сопровождает паучиха. Взрослые пауки усердно охраняют свое потомство. Да и сами паучата обладают ненасытным аппетитом и готовы наброситься на попавшего в ловушку странника. Понятно. Здравствуй, путник. У меня ты можешь купить зелья и красители по сходной цене. Хочешь взглянуть? Кстати, можешь мне помочь? Там какой-то сумасшедший у пещер шляется. Попросил меня сварить для него эликсир, от которого кровь становится сладкой, представляешь? Отнесешь ему это зелье? Это не суть, что уже сделать. Ты... Двуручное оружие. Угу. Чародей. С двумя дырками. Красители. Херня собачья. Так.
Идем сейчас найдем, кому там нужны эликсиры. Быстро всех тут порвали. О, это уже побольше, ребята. Вездесущие пауки — одни из древнейших созданий этого мира, которые быстро приспосабливаются к новым условиям обитания. К несчастью, пауки очень восприимчивы к магии. Поддавшись магическому воздействию, они значительно увеличиваются в размерах и даже получают способность самостоятельно использовать заклинания. Избегайте затененных уголков, чтобы случайно не столкнуться с этими существами. Понятно. Тебе передали зелье. О, прекрасно! Теперь госпожа примет меня, и моя кровь будет петь в унисон с ее кровью. Какая в жопу госпожа? Моя королева поет для меня. Ее напевы льются из глубин. Сумасшедший ты хрен. Найти покои королевы Араны. Чувствую, так это паучиха. У меня плохое предчувствие. О, с этим чувачком ходим. Вместе. Здоровый хрен. Тут от одного. От одной плюхи все разлетаются. Так, что у нас тут? О, давайте без этих шмар. Ух ты, как он рубит с плеча. Тик. А, это... Это вот это вот говно? Говняная фаланга, скажу сразу. Лучники в сторону лучше. Так, ну что, я теперь могу поменять? Дерьмо редкое, блин. Ёптель, какой топор. Топор сильнейший просто. Так, еще этого паука ловить тут надо, бегает как сумасшедший. Ай да хорош. Здоровый уровень, ёлки. Кто-нибудь
луч! На помощь! Когда обучение крестоносцев закончилось, Акан отправил их в большой мир, миссией найти способ избавиться от порчи, которая поразила самую суть веры Закаруна. У них не было никакой четкой цели, и поэтому многие духовники считали этот поход глупым и бессмысленным. Но ничто не могло остановить этих крестоносцев. Так, не, реально, тут карта какая-то вообще вот обезбашенная. Сюда какая-то дорога еще идет. И откуда только берутся такие твари? Че, это все? Я тут так уже настроился. Ага, вот оно все. Трепещите перед Закаромом. Ну это трепещите, это точно сказано. Ты смотри, какие наглые. Ага, все, вижу. Это соединилось здесь. Тут еще кусочек. Что тут смотрит, не хочет даже бить? О, прям тут перед глазами как 3D спускаются, блин. Так. Давайте-ка глянем, что я тут насобирал. 147. О, хороший был бы топорчик. Но урон чувствуется. Так, разница большая есть. А давайте глянем, что тут у нас по-новому. Длань небес. Так, крестоносец создает сгусток огня, поражающий область радиус 8 метров в течение сеч, которая же... Засказывание. Что-то наносит, оказавшись в этой области... Ну, давайте глянем, что это за там за... За сгусток у него. Скакун. Так, это неинтересно вообще даже. Ярость небес. Давайте глянем, что это там за изменения у нас тут произошли. Мызгаются, но не рождаются эти. Сейчас какая-то толпа будет. Тогда запустим эту херню. Глянем. Это что было, я так и не понял. И нихера. Ну
это там вообще какая-то... в течение столько-то времени поражает. Вот оно что. Малыш. Так, а тут что за маленькая комнатушка? Когда-то я был одним из них. Серым, неприметным. И вот однажды я услышал голос, открывший мне мое предназначение, мое призвание — убивать всех, кто осмелится потревожить госпожу и темные силы, что ее сотворили. Я избранный. Я избранный. Этот хрен, блядь, моржовый еще избранный. Ну-ну. Блядь, откуда вы беретесь? Что там, замедляют, что ли, меня? Эти арахниды охренели вообще уже тут. Так, ну что ж. Ну, идем сейчас обратно. О-о-о. Да, симпатично валит. Одноручная 70. Крестоносец. Так, ну, оно все симпатично, кто любит как колдун играть, но я люблю играть. Вот это, блин, поинтересней. И тут у меня, конечно же, щит. Все. Возвращаемся обратно. Это звуки где-то ходят. О, смотри на это. Вот и нет у вас, ребята. Вырвет он там сердце. Так, теперь надо понять, куда идти. Что это за мелкие жопы бегают здесь? Так, давайте в на карту перейдем. И глянем, что мы где тут. Ага, можно здесь еще вниз спуститься или там. Понял? Спускаемся здесь. Синенькая повыпадала даже, ёп. Так, это что меня куда-то в сторону уводит? О-о-о, тихо там. Легко их будет убить. Что значит нелегко? Я уже их убил. Все, на говно порубили. Так, тут все. Я так думаю, что надо бы вернуться обратно, наверное, тот угол, это еще не будет главарь.
Я очень сомневаюсь, что вначале, как вошел, сразу вышел на главаря. Так, а что мы взяли? Шкарики. Видишь эти колонны, о, 185. Их построили древние. Будем знать. Древние. Быстро все подохли. Так, что ты тут много всего пропустил. Советник Иман. Самое важное сейчас — обезопасить замок от тристрамских изменников. Выход из пещер, находящихся к востоку от него, расположен слишком близко к моим владениям. Надо сделать так, чтобы через них никто не мог пройти. Как мне известно, архиепископ Лазарь научился подчинять пауков своей воле. Это может оказаться полезным. Я же не колдун, подчинять этих пауков. Я как чувствовал, что сюда надо возвращаться. Так. Теперь посмотрим. У нас осталась только одна сторона. Так, найти покои королевы Араны. С удовольствием. Умри и побыстрее. Что за звуки какие-то, блин? Я думал, что кто-то уже вылезет. А тут никого. Только не потревожь паучьи яйца. Слышишь, не потревожь паучьи яйца. Захочу, потревожу. О-о-о. Куча всякой сочи. Гвардейцы, с болью в сердце я вынужден признать, что наш король полностью утратил рассудок. Он повелел заполнить пещеры отвратительными творениями Лазаря и отказывается прислушиваться чьим-либо советам. Возможно, в этих местах некогда жили легендарные древние. И вот теперь... Нам приказано осквернить это место. Ну, бывает, что тут. Осквернить это место. Обманули нас тут. Так, там какая-то лестница, я уж так думаю, что нам туда. Так, ну что ж, идем. Будем сейчас драться с этой, наверное, козой. Тут что-то очень похоже на то, что тут что-то будет интересное. Моя госпожа приняла меня. А, хорошо. Подойди и почувствуй ее ласковые объятия. Успокойся с миром, Безлан. Ты послушай свои господи. Ah!
Yeah, всех порвали. Ловушку нам тут, слышу, строили. Так, игра сохранена. Покои королевы. Опа, поговорить с... Так, с опутанной паутиной девушкой. Помоги мне, прошу. Это ужасно. Она высасывает внутренности своих жертв. О нет, нет, слишком поздно. Она уже близко. Убей паучью королеву! Паучью королеву? Не боясь. А ну сюда. Спряталась засранка. Вылазь, козлина. Сраку ей там накидали. Давай сюда. До свидос. Чтобы растворить паутину, понадобится яд паучьей королевы. И можешь не торопиться. Мне все равно спешить некуда. Уговаривают, что незадолго до смерти архиепископ Лазарь экспериментировал с группой необычайно крупных пауков. Так. И многие из сложников тогда бесследно исчезли. Пещеры возле замка стали обителью безмолвного ужаса. Их облюбовала гигантская паучиха, и многие пауки потянулись вслед за своей предводительницей. С тех пор ни один смельчак, отважившийся исследовать эти пещеры, не вернулся назад. Наши 35, враги куда сильнее, 30. Чем мы эти испытания служат какой-то высшей цели, но она мне неизвестна. Двуручная 164. Мы ее точно не узнаем. Так, может, кольцо дадим этому? Расскажи мне, какую цель преследовал твой орден, лишив тебя памяти? Проходя через обряд посвящения, мы забываем о греховном прошлом и получаем возможность ясно видеть будущее и готовиться к последней битве. Должно быть, они пользуются для этого сильной магией. Меня приковали к стене и начали бить. На третий день я полностью обезумел от боли и голода. И тогда началось бичевание. Мне приказали вспомнить обо всех своих грехах и о том, что приносило мне порочное наслаждение. Под ударами бича я забыл о наслаждениях, забыл о грехах и очистился. Друг, по-моему, они опустошили тебя, а не очистили. Как ты не понимаешь, Орден пытается защитить человечество от гибели. Что такое моя боль по сравнению с этой целью? Спасибо. А теперь помоги мне выбраться из этого ужасного места. Прошу тебя. Ну, сейчас выберемся. Так, хорошо. Перевал Высокогорья. Ух. Опыт, деньги. Это все, конечно, хорошо. Должна признаться, что я чувствую себя довольно глупо. И как меня угораздило. Не сочти меня неблагодарной, но ты что здесь делаешь? Я разыскиваю человека, которого похитили сектанты. Сектанты? Я видела, как они кого-то волокли в замок Леорика. Может быть, того самого человека, который тебе нужен. Но добраться туда непростая задача.
Не могу сказать, что горжусь таким поступком, но я украла у могущественного шамана Хазра посох. Козлоногие разозлились, преследовали меня, и единственным выходом было попытаться спрятаться в пещерах. Этот посох остался в моей тележке на высокогорье. Если отыщешь его и пойдешь с ним к заграждению, которое построили Хазра, тебя точно пропустят. Ну, я надеюсь. Ну что ж, понятно, найти посох, да? Так, погнали. Когда-то эти земли принадлежали короне. Вау, какие вещи упали. Просто дикие. Спатоньки. Пленный мотылек – необычный феномен. Для насекомого он обладает гигантскими размерами и каким-то образом бьет своего противника током при нападении. Именно по этой причине множество именитых исследователей природы погибло при попытке поближе рассмотреть это существо. Полагаю, не следует повторять их ошибку. Да, ценная информация. Ух ты. Да откуда вы беретесь тут, а? Черти-то. Так, я тут пару уровней поднял. Я думаю, надо в город стартануть. Посмотреть, может, сейчас какие-то вещи себе улучшить можно будет. Что я там насобирал? Жирная, жирная шняга всякая есть. О-хо-хо. Я не знаю, это, наверное, пока попродаю, а тут что, ничего не вывалится? О, пусто. Я так и знал, что нихера. Пара новых штучек, которые так каких штучек нахер? Я бы этот шлем бы одел с удовольствием. Так, давайте это попродаем. Пояс, это все надо. Знаете, что хочу одеть, посмотреть, как он будет выглядеть. А ну-ка. Но не время предаваться печали. Какой красавчик. И обнажите мечи. Не жалейте безжалостных. Оставьте спасение тем, кто ищет его. Пошел в жопу. Ха, пояс интересный. Наплечники. И это чувствую, что там уже должны что-то... Что-то быть получше уже в этой кузне. Сейчас мы что-то себе скуем. Чувак, надо ковать. Тут не по-детски. Так, что у нас тут по оружию с тобой? Говно. Говно, говно. Куча говна. Булава, шмулава. Прекрасный оно. Оно. Прям японский какой-то, блядь. Так, давайте глянем, что тут. Доспех. Ну, доспех уже надо делать однозначно. Пяу. Красота. Пук. Есть. Так. Это ж опять какие-то цвета у меня серо-буро-малиновые. Чё вот именно жалко, что в этих зеленых вещах нету, чтобы больше брони было. Так, наплечник 80-100, ну тут лучше не будет. 50-62. Тоже нету смысла. Так, 120-131 тоже нет. 107-129. Ну вот это можно сделать. Блять, еще один. Освещенный щит. Ну. Так, ну хорошо, давайте-ка эти капцы. Так, это что у нас тут на копыта, да? Ну, давайте сделаем. Что у нас тут с копытом? Говно. Говно. Бог любит троицу. Говно. Так, это нам тоже неинтересно. Для храмовника, да? Вот это сделаем. Так, дальше.
Это нет, это нет. О, смотрите, какая прекрасная корона. Сука. Сто 128. Ух, какой он грозный стал. 360-400 с чем-то. Ну, тоже надо сделать. Бумс. 404. И что там дается? Пополняет 16 единиц здоровья за каждую потраченную единицу огня, только говорит так. Уменьшает время восстановления всех умений. От умения фаланга так, и возьмем забрать дело, атакующий жизнь, так. А, давай, пускай будет. Там будет видно. Так, все, да? Нахрен. Вот так вот, вернули себе слезы. Ну, что ж, чуть-чуть приоделись. Да, вот слезы ушли, конечно. Порыве гнева, блин, так. Так, есть. А что ж можно сюда втыкнуть? Что-то есть для 18 живучести. Двадцать два интеллект, ловкость, сила, к живучести. Сколько будет стоить? 26, 30, 34, 62. Пускай вводит. Сто 50-30 к силе. 4-400. И в колечко можно на живучесть, да? Клипануть. Двенадцать тысяч. Пускай будет. Потом будем вынимать. Ну что ж. Давайте тут сохраняемся, наверное. Ну что ж, с вами был Олегыч, это канал Best Video Games, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии, до встречи.